Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Дождливый день. Войска Manor Lords. Наша решающая битва. Итак, противник пришел и встал. Они стоят, они отдыхают. И я бы хотела их заманить все-таки вот сюда. Не биться с ними в открытом поле. Попробую послать лучничков, наемничков, чтобы они их вытащили. Потихонечку ползут мои пикинеры. Они прям вот резерв такой будет. Вот прям сюда вот я их поставлю. Да, все будет в лесу. Наверное, это не будет очень зрелищно. Но как будет, так будет. Так, опять кто-то там. Ну да, они уже давно не были дома. Они давно не были дома. Поле битвы здесь, конечно, далеко. Давай мы сюда забежим. Ага. И, пожалуй, убежим. Пускай они сами идут на меня. А, они пошли. Хотя, собственно говоря, подожди, лучники. Лучники, стойте. Давай я обстреливаю этих лучников. Наемники. Ага. Ну, мы стреляем? Да, стреляем. Ну, как-то не особо. Давай-ка отступаем. Отступаем, нам надо сюда. Давай. Вы вообще тут не для того, чтобы стрелять, а просто, видишь, они даже вообще никого не подстрелили. А для того, чтобы заманить. Угу. В лесочек. Вот сюда. По своим, стрельба по готовности. Нет, пока что не буду. Так, что опять он мне пишет? Он уже прямо тысячи предлагает. Прямо тысячи мне предлагает. Нет, мы не обсуждаем такие дела. Мне не нравится, что он там заходит. Мне вот совершенно это не нравится. У меня тут лучники и пехотинцы, которых лучше бы убрать. Давай-ка сюда. А еще у меня тут вот эти лучники. Ну, эти мои лучники, пускай стоят. Так. Вы тоже будете отходить назад, если что. Угу. Так, подошли пикинеры, отлично. Стреляем, нет? Что, встали? А, потеряли? Стреляй, стреляй по ним, стреляй.
ты... Стреляй по этим. Странно они себя ведут, почему-то не двигаются. Кто-то кого-то уже прибил. О! Ой-ой! Вы их обстреливаете вообще? Стреливают. Ну как-то не очень. Так, ребятушки, тоже назад. Так, наемники все у меня? Нет, наемники не все. Мансуем. А эти уже в этих стреляют. Вот зараза. А как они стреляют? Они же типа не должны видеть. Нет? Нет, они типа видят. Они типа видят. Ну, а эти стреляли и так никого и не подстрелили. Где лучники? Какие-то мансы происходят у нас тут непонятные. Еще и голодают. Где все? А, вот они. Вперед, ребятки, давай их. Бей их. Где они тут? Вот они. Бегом. Так, вы идете, этих бьете. Ребятки, бей гадов. Давай, бегом. Мочи.
Вот теперь все зависит только от вас. Это мои лучники или чьи лучники? Нет, это эти лучники. Так, ребятки, пикинеры. Нам надо помочь здесь. А вы вот этих лучников стреляйте. Мы чего так тащимся-то, бегом? Сломлены, да? Значит, сюда. Так, ну моя дружина тут воюет. Что за сообщение? Ох, уже 5000. Уже 5000. Держи. Их осталось... А, только лучники у них остались. Давай, 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 лупи. Да будет мир. Пройдите сценарий. Победа! Итак, статистика. Дней прошло 6 тысяч. О боже. Построек, совокупное население, состязание, убито врагов, воинов потеряно, умерших жителей. Что это? Объявлен мир. А, ну это мы обратно вернулись, да? Друзья мои, все, все земли наши. Все земли наши. Оловьи ложки наши. О. Так, ну что, теперь мы... Давай-ка разбираться. Вас мы отпускаем. Вас мы отпускаем. Дружина. Вальдбранд. Распускаем. Так, пехотинцев. Мы отправляем домой. Копейщиков отправляем домой. Вас тоже. Вас. Вас. Ой-ой. Так, вы у меня откуда? Из Цвергау. Цвергау у меня был вот здесь. Вы идете сюда. Ахиляйн шагает сюда. Фух. Ну что, народ, я надеюсь, вы доберетесь. Так, а вот наемничков, наемничков. Как их отпустить? Да, мы их просто отпустим. Я надеюсь, нам не с кем будет воевать больше в этом мире. Остается только подправить экономику. Захоронить тела. А где они? Здесь? А, ну да, ну да. Яма у нас есть. Кладбище у нас есть. И вот такая вот битва у нас тут была, да. Выяснилось одно, я вам скажу. Лучники бесполезны.
Ахилляин у нас, конечно, дружинушка. Да, потрепала, потрепала. 11, 11. Инбург посильнее оказался. Вальдбранд, в принципе, тоже. Ну, а тут трудно сказать, что с ними было, сколько их. Я просто не видела. Я потом, может, на записи посмотрю. Но поскольку у нас закончились кольчуги, могу предположить, что они, конечно, тоже получили. Ну, ничего, сейчас они все разойдутся по домам. Мы их всех распустим. Так, а ты кто? Ахилляин, да? Ну, топайте. Ну, топайте, а кладбище наше здесь будет. Прямо мемориальное. Ну вот, друзья, я не знаю, стоит ли, как говорится, продолжать эту историю. Можно, конечно, потому что хотелось мне... Цвергау немножечко построить. Хотя, что Цвергау? Цвергау все в порядке. Май месяц, поля у них тучные. Можно тут тоже какое-то производство наладить. Цвергау мы с вами делали что? Ага, деловые навыки, иностранные поставщики. А у нас... Да-да-да-да-да, фактория. Вот, то есть все по поводу торговли мы сюда поставили. Ну, просто для того, чтобы посмотреть, что это значит. Вот, смотрели мы с вами это все подробно в предыдущих сериях. Какой уже, не помню. Вот, тут очень странный огород. Естественно, я оставлю, я не буду стирать этот вариант игры. Я его оставлю, может быть, я сюда буду заходить периодически. Посматривать, как у них тут дела. Поигрывать. Подожди, это что такое? А. А. Это Цвергау, господи. Я думаю, вот это... что тут делает яма. Так, я единственное хочу до конца, как говорится, дойти и отпустить своих ребяток. Вот, например, вас уже можно отпустить, пикинеры. Да? Можно вас распустить. Тебя тоже. Вот. Отдыхайте. В Вальдбранде все плохо с едой? Нет, в Вальдбранде неплохо. А где плохо? В Инбурге. В Инбурге дружина голодает. Ну, сейчас она туда дойдет. И я их тоже отпущу. Так, эта дружина у меня дошла к Цвергау. Ее можно тоже отпустить. Ахилляин еще топает через поля. Ну и эти. Так, Вальдбранд. Подожди, Вальдбранд, а почему у тебя так плохо с едой? Опять у них плохо с едой. Ну да. С едой тут и не может быть хорошо, потому что мы только вот-вот только-только мы засеяли рожь. Как выяснилось, плодородность от овец пока что не работает. Ну, может быть, где-то на 1%. По-моему, раньше было 39, теперь у нас 40, по-моему, как-то так. Вот, земля под паром, здесь они, по-моему, тоже бегали, да? Вот, если мы посмотрим на плодородность здесь, то отнюдь она не увеличивается даже под рожь. Даже под рожь. Так что... Такое себе. Кстати, вы ягоды тут собираете? Да, ягоды они собирают. Вроде как... где у нас были звери-то? Звери. А чё зверей-то столько? Подожди, у нас вообще охотники работают?
Ну да. Еще мясо не носим. Они все заняты закапыванием трупов. Что вам можно пожелать? Вам можно пожелать, наверное, подзакупить еды. Например, той же пшеницы. И, кстати, по поводу продажи. Надо, наверное, уже включить. Кожа уже отошла. Вывозить. Вот у нас дофига кожи. Ну и по всем остальным городкам тоже пройти и посмотреть. А то у нас был кожный кризис. Цены падали, а теперь уже все в порядке. Так, всего лишь 11 дружинников вернулось в Айхиляйн. Хлебный город Айхиляйн. Ну что делать? Такая служба. Жалко их, конечно, всех. Давайте, бесполезные лучники. Да и вы тоже шагайте домой, оголодавшие. Вот и все, друзья мои. Я так думаю, что давайте-ка мы с вами переместимся в нашу столицу. То, с чего все начиналось. Яблочные сады тут цветут. Наверное, здесь мы с вами и закончим наше прохождение Manor Lords. Но я думаю, что мы еще вернемся в эту игру. Вернемся обязательно, потому что игра развивается, игра обновляется. Игра хорошеет, не побоюсь этого слова. И можно будет зайти и посмотреть, что изменилось. А может быть, надо начать новый сценарий. Потому что мы прошли сценарий «Да будет мир», а у нас еще есть целых два сценария. Так что посмотрим. Встретимся с вами, возможно, через какое-то время снова. И снова будем строить город мечты. Ну а пока я с вами прощаюсь, огромнейшее спасибо всем за подсказки, за комментарии, которые вы писали на протяжении этого прохождения. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.